С вами канал Улица Москвы. Мы на Ледниковской улице. И будем двигаться от Жукова проезда к улице Кожевническая. То есть по убыванию нумерации домов. Ну, здесь, как я понимаю, целиком офисами эта улица занята. Посмотрим на четкость. Ну ладно. Так, строится у нас здесь что? Апартаменты с подземной стоянкой. Вот так вот. Людям важна очень транспортная доступность, логистика. Поэтому даже в таких вот местах на апартаменты спрос имеется. Митте. От Хаттон Девелопмент. Ну, может, какой-нибудь начальник какой-нибудь фирмы, организации купит себе здесь квартиру и будет ходить на работу в соседнее офисное здание, тем самым экономив много личного времени. Это тоже, конечно, штука важная. А здесь был этот когда-то хаб, пункт выдачи eBay, по-моему. Здесь тоже вот Ледниковская 11/10 располагается бизнес-квартал. Тоже много различных организаций. Вот он. Такая вот Ледниковская улица. Противненько тут довольно, если честно.
Так, ну прямо уже там вот будет улица Кожевническая, и если повернуть налево, то выйдете к метро Павелецкой и к вокзалу.